Добрый день или утро всем, кто зашел на мой канал. Сегодня решила снять небольшой ролик про петрушку. Ну и не только петрушку, я вам потом покажу, что находится у меня в этой вот баночке. Позавчера я была на даче и возвращалась оттуда на обычном дачном автобусе, на котором я всегда и езжу. И услышала разговоры за своей спиной двух женщин, и говорили они о петрушке. Ничего особенного в этом разговоре не было, но это меня подтолкнуло снять сегодняшний ролик. А говорили они о том, что прошлогодняя петрушка уже пошла в цвет. А я как раз снимала ролик про свою дачу, и у меня там есть коротенький эпизод, где я рассказываю, как я использую петрушку, которая пошла в цвет. И я решила снять отдельный ролик на такую тему, чтобы показать результат моей заготовки с цветущей петрушки. И, может быть, это кому-то и пригодится. Как я ее сушу, вы сейчас увидите. Сушу петрушку. Это сорт кудрявая петрушечка. Сажала я ее, сеяла ее в прошлом году. А сейчас она у меня пошла в цвет. Я обрезала эти соцветия, такие длинные стебли, но по бокам на этих стеблях, посмотрите, сколько прекрасной зелени петрушечки. Я оборвала, промыла, и вот сейчас сушу прямо на даче. Когда я высушила петрушку, я ее привезла домой. Хорошенечко я ее помяла руками, потому что там на даче я ее не резала. Вот как были розеточки, я их так и разложила. Хотела пропустить ее через кофемолку, но у меня кофемолка сломалась. И я решила это сделать через блендер. Обычный блендер. И посмотрите, вот сколько у меня получилось заготовки сушеной петрушки. Единственный недостаток в этом блендере, что некоторые палочки вот не перемалываются, как кофемолки. И я потом дополнительно просеяла в сети. Ну, там буквально вот горсточка осталась этих палочек, я их просто выбросила, уж не стала я с ними возиться. Можно, конечно, это все перемалывать и помельче в кофемолке, но у меня пока так получилось. Я сейчас потом насыплю и покажу. Какая структура получилась? Какая прекрасная сушеная петрушка. И вот вам результат. Представьте, если я бы ее вот сейчас эту петрушку обломала, вот, которая пошла в цвет, и выбросила. Но там же столько было этих розеток хороших, зеленых, вы прекрасно это видели. И столько у меня заготовки на зиму сушеной петрушки. Разве я в магазине вот такую петрушку куплю? Я же ничем не обрабатываю свои растения, никакой химии. Целая банка. Это 300-граммовая баночка. Вот я уже подписала. Да мне ее хватит, я не знаю, насколько. Петрушку, которую я в этом году посеяла, она еще маленькая. Сорт, конечно, там листовой, не кудрявая. Вырастет, значит, я еще заготовлю. Так что не выбрасывайте вот такие вот веточки, которые идут в цвет от петрушки. Там очень много еще зелени. А здесь у меня находятся цветки жасмина. Соседка мне дала две веточки с цветами, и я их просто разложила вот так же на даче. Но я это видео не снимала. В то время, как у меня сушилась петрушка, я разложила там же и вот эти веточки жасмина, прям с цветами. Посмотрите. Вот такие у меня цветы жасмина. Готовый продукт для заварки, так сказать. Добавляйте в чай, заваривайте. Это особенно для тех, кто любит чай с жасмином. Я иногда тоже его пью. А сейчас я попробую чай. Я немножечко буквально кинула жасмина в заварку и заварила вот такой небольшой чайничек, чтобы попробовать чаек с жасмином. Я, конечно, сделала довольно-таки слабый запах жасмина, чтобы не переборщить, а просто попробовать. Очень вкусно. Вот такие у меня получились сушеные заготовки. У меня есть еще сушилка, на которую я буду заготавливать все, что я смогу. Но вот такой вариант мне очень понравился. Я не возила сюда домой эти продукты, а высушила все это на даче. Кому интересно, оставайтесь со мной, заходите на мой канал, подписывайтесь. Кому понравилось видео, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!